Новым годом, дорогие телезрители! В этот первый новогодний вечер с вами Владимир Зеленский и Максим Галкин. Как говорится, незаметно подкрался Новый год. Да, я бы даже сказал, подполз год змеи. А знаешь, Вова, я заметил, что приметы сбываются только наполовину. Наполовину это как? Ну вот смотри, говорят, с кем встретишь Новый год, с тем его и проведешь. Так. Вчера зрители встретили Новый год со мной и с Киркоровым. Ну? А сегодня проводят вечер со мной и с тобой. Примета сбылась ровно наполовину. Ну, во-первых, не наполовину сбылась примета, а на 75%. Это почему, интересно? Потому что я ровно половина от Филиппа Киркорова. Да ты что? Да. А какая ты, половина верхняя или нижняя? Максим, я лучшая половина Филиппа Киркорова. Вот. Кстати, Вова, ты как встретил Новый год? Ой, ты знаешь, я встретил Новый год в очень хорошей компании. Между прочим, друзья, существует способ безошибочно определить, где и с кем вы встречали Новый год. Например, если вы уставший и разбитый, и в квартире разгром, значит, вы встречали Новый год дома с друзьями. Ну, логично. Да. А если вы в квартире, значит, все в квартире этой убрано, а друзья с вами не разговаривают, значит, вы встречали Новый год у них дома. Если дома убрано, но с вами не разговаривает жена, значит, вы встречали Новый год без жены у друзей. Да. Если вы свеженький и отдохнувший, значит, вы встретили Новый год без жены, без друзей. Это как? Это на работе. А если вы веселый, радостный, отдохнувший, значит, вы встречали Новый год с нами. Так давайте же продолжим эту добрую, прекрасную традицию праздновать Новый год вместе с телеканалом «Россия».